Прозрачность — это новый тренд Windows 10, который возвращается постепенно за многие годы, особенно благодаря Fluent Design. Но тем не менее, немногие знают, что командную строку можно сделать прозрачной. Для этого кликаем правой кнопкой мыши по верхней области окна, выбираем значение по умолчанию или свойства, и во вкладке цвета внизу двигаем ползунок прозрачность до необходимого нам предела. Также здесь можно задать фон окна и цвет самого текста. При этом не ограничивают вас в выборе цвета благодаря 24-битной RGB поддержке цветовой палитры.